Торжественный, знаменательный день 29 января 2021 года. 11-я годовщина. Драгоценный нашей Серафим Михайловны. Д. Лавинами неистощаемого ослепительного солнечного света, накрытыми ромашками на недостаточно закаженном собаками луку, его энтузиастов непременно одаряет сдержанные северные наши лето. Иноплеменный, двоерушный януариус в просвет, в его привычных пароксизмах бельмовато, хтонической, хронической, параарктической куриной слепоты. Парадоксальный, как античный Ахиллеус и Тестудо вместе, черепаха по-простому Селлон. Нас великодушно подарило в унылое еко безвременье золотоволоское Серафима Михайловна. Об антикварном лике ангельские ковриловые волосы как-нибудь потом еще на факультете. Года. Поздравляю.